сообщаем, что ребята, будем работать, закрывайте улики, берегите пчел. Оказывается, с пасечниками можно и нужно договариваться. Мы защищали его по болезням, мы защищали его от насекомых до цветения. И, соответственно, в этом году впервые у нас присутствуют пчелы на цветении озимого рапса. Итак, друзья, всем привет! Сегодня у меня обзор озимого рапса, а именно цветение. Кто помнит и следит за каналом, когда мы посеяли, озимый рапс ходил у нас так, знаете, с проплешинами кое-где. Были лысые места, и тем не менее. Всем добрый день. Сейчас нахожусь на поле озимого рапса. Видите, какая была ситуация с падалицей озимой пшеницы? Вообще все благоприятные условия сложились для того, чтобы была и первая волна. Сейчас мы работаем по второй волне падалицы. Повторно гербицидную обработку делаем. Работаем сингентовским фюзелатом по падалице пшеницы, вообще по злакам. Здесь у нас посеян гибрид Mercedes. Что я вижу в целом? В общем, конечно же, имеются вот такие вот проплешины. Имеется неоднородность по всходам озимого рапса. И тем не менее, исходя из прошлых лет, я уверен, что вот эти вот даже такие вот маленькие растения зайдут, и все будет затянуто озимым рапсом. С наступлением весны вот это вот все начнет затягиваться растениями рапса. Запечатлю этот момент, чтобы посмотреть, что будет весной 2024 года. Итак, трактор мы заправили, а теперь давайте посмотрим, какими препаратами мы работаем. Бора Плюс. Листовая подкормка, как видите из названия, основным элементом является бор для наилучшего развития генеративных органов масличной культуры. Подсолнечник, рапс очень любят и уважают данную подкормку. Далее, стробишанс. Это у нас фунгицид на основе азоксистробина и ципроконазола. Кто помнит мои прошлые работы, вместо стробишанса, допустим, в прошлом, позапрошлом году мы работали амистаром экстра. Ну, здесь, по сути, то же самое. Сильвашанс. Давайте в конце. Восторг. Это у нас инсектицид. Работаем, так как уже были обнаружены насекомые скрытнохопотника, работаем системным инсектицидом. Как видите, поменялась эмблемка. Раньше он другого цвета был. В общем, это у нас продукция Кирово-Чепецкого завода. Азотная, стимулятор роста и развития растений Fulvital Plus на основе гуминовых кислот для наилучшего проникновения в структуру листа, в клетки и так далее. То есть он доставляет комплекс питательных элементов, плюс то, что мы используем именно в целевые клетки растения. Ну что, обратите внимание, мы работаем в фазе, когда имеются вот бутончики, цветков нет, как можете видеть. Вот таким образом уже все видим, как формируются вот здесь вот маленькие веточки у него, будущие цветоносы. Вот поэтому вот здесь куститься он будет хорошо и сильно. Здесь, в этом массиве, напомню, это у меня гибрид Mercedes, мы работали роста регулятором, называется Карамба, для того, чтобы он был не переросший, а, так сказать, рос вширь, кустился лучше. Работали им впервые. Вот, поэтому посмотрим, как он будет себя вести. Видите, растения, в принципе, здоровые. Я здесь не наблюдаю каких-либо признаков болезни. Листовые аппараты у него чистые. Кое-где я уже видел насекомых и как-то бросил в телеграм-канал с целью узнать и спросить совета. Кстати, кто еще не знает, подпишитесь. Да, веду свой телеграм-канал и туда видео выкладываю, те, которые не попадают на YouTube. Так вот, так сказать, поинтересоваться, что это за зверь. Как оказалось, это был скрытнохоботник. Вот поэтому мы работаем сейчас инсектицидом системным, для того, чтобы защитить определенный период времени рапс, пока он сейчас уязвим. Как раз таки развитие инсектицида попадет именно еще и на цветение. То есть он уже будет в этот момент в растении. Сейчас-то мы работаем, и он туда проникнет и будет недели 3 точно действовать. Через 3 недели
рапс уже зацветет у нас. Так что, как видите, никаких пчел нет. Это если вдруг кто-то переживает, что те, кто занимаются рапсом, не щадят труд этих пасечников. Нет, здесь мы работаем на взаимном уважении. Кроме того, подаем, как полагается по законодательству, публикацию в районную газету о том, что мы собираемся работать препаратами опасными такими для насекомых, в частности инсектициды. Вот, кстати, отпишитесь в комментарии, вы тоже так делаете? Скажу, что делать так надо, такого законодательства. Вот, поэтому, ну и кроме того, имеются телефоны пчеловодов, где мы также созваниваемся и сообщаем, что, ребята, будем работать, закрывайте улики, берегите пчел. Но вернемся к полю рапса. Вот такая вот красота на данный момент. Класс. Поехали. За горизонт. Повезло нам сегодня с погодой. Дело в том, что вон там прошли грады. То есть туча шла отсюда. Я слышал, как гремит гром. Все, поработали. Но отвело. Туча прошла мимо. Друзья звонят, говорят, как там у вас накрыло? Я говорю, да нет, повезло. Да, действительно. До сих пор слышу раскаты грома. В Василковском районе прошла гроза. Время проходит, и всходы озимого рапса появлялись со временем. Даже поздней зимой, в феврале, он продолжал сходить. Мы сделали все для того, чтобы помочь озимому рапсу развиваться. Сюда было внесено в совокупности 350 килограмм аммиачной селитры. Мы дважды работали бором осенью и ранней весной. Мы защищали его по болезням. Мы защищали его от насекомых до цветения. Таким образом, давали еще и листовые подкормки, различные витаминные комплексы. И вот оно, пожалуйста. Цветение в полном разгаре. Это красиво. Видите, когда происходит цветение, вот эти вот нижние уже, в принципе, стрючки появляются здесь. То есть листочки переходят, отпадают со временем, и здесь начинают развиваться стрючочки. Я даже могу увидеть, попробую сфокусировать свою камеру, даже могу увидеть будущие семена. Вон там их можно будет увидеть. Кроме того, у него ветвистость имеется, и на каждой веточке тоже имеются свои стрючочки. И он продолжает еще цвести, некоторые бутончики еще не открылись. Вот, поэтому... Ну, он мне где-то по грудь в среднем. Гибрид Mercedes. Сейчас поедем еще посмотрим на Атору и на Аннабеллу. Кроме того, друзья, не переключайтесь. Сейчас мы поедем и посмотрим еще на одно, так сказать, дополнение к тому, чтобы развитие у нас шло лучше и происходило необходимое опыление. Кстати, сейчас могу увидеть разницу в норме высева. Видите, здесь поменьше была норма, здесь где-то у нас 450. Здесь уже норма пошла 500. Я помню, что здесь мы меняли настроечку по высеву семян на сеялке Быстрица. Кто не видел то, как мы сеяли озимый рапс, вот здесь оставляю ссылочку. Посмотрите, пожалуйста. Ну, это красота. Это красота. Итак, переходим далее. Ну что, друзья, в прошлых комментариях мне приходилось читать мысли тех, кто говорит, что фермеры постоянно воюют с пасечниками, что обработка рапса губит пчел. А видите, пчелы-то летают. Оказывается, с пасечниками можно и нужно договариваться.
это да, друзья, вот это красота. В общем, со мной связался один пасечник, вот, и попросил своего разрешения поставить свою пасеку возле полей озимого рапса. В принципе, это вот все территория, которой я занимаюсь, вот, и кроме вот этой пахоты. И, соответственно, в этом году впервые у нас присутствуют пчелы на цветении озимого рапса. Это очень круто, здорово. Я считаю, что все только на пользу пойдет, потому что кто как не пчелы смогут произвести нам необходимое лучшее качественное опыление. Пасека. Я не знаю, не могу вам точно сказать, какой радиус работы пчелы. Напишите в комментариях, пожалуйста. Давайте подумаем на эту тему. Но, насколько я понял, что до 3 километров радиус пчела летает и обрабатывает, соответственно, ну, поля, территорию. Боюсь делать резкие движения, потому что я в светлой одежде. Пчелы летают, не хочу становиться у них на пути. Их очень много. Вот. Я вообще не знаю, как правильно работать с пчелами. Но, насколько я понимаю, радиус работы пчелы до 3 километров. А у нас в радиусе 3 километров только озимый рапс. Больше ничего. Поэтому я понемножечку удаляюсь отсюда. И поедем посмотрим сейчас на гибрид Анабелла. Вот, друзья, пожалуйста, вот так вот выглядит взаимопонимание между фермером и пасечником. Пчелы работают. Кстати, мы уже не собираемся работать по озимому рапсу, и мы не собираемся производить никаких больше обработок, в том числе инсектицидных и так далее. Мы это все сделали заранее. Кроме того, я думаю, что вы в курсе, что любые химические обработки необходимо производить с уведомления в газетах. Необходимо делать публикацию, да? Вот. Мы со своей стороны тоже это делали. Я подавал объявления. Так требует того законодательства. Ссылочку я здесь укажу на законодательство. Вот. И поэтому таким образом мы работаем четко в соответствии с требованиями. Анабелла. Ах, какой сладкий запах. И у Анабеллы я тоже замечаю, что цветочки уже некоторые отпадают, остаются стрючочки. Угу, есть. Анабелла — это у нас первый срок сева. Самый первый срок сева. Тоже всходила надолго. У нас более 3 недель не было осадков. Вот. И это тоже является лимитирующим фактором, друзья. Вы можете сколь угодно вносить сюда удобрений, листовых подкормок, защищать гербицидами, инсектицидами. Но подготовка почвы, условия и влага, все-таки это на первом месте, эти факторы. Красиво. Пчелам надо быть поаккуратней. Хищник присутствует. Но в данном случае он поймал просто какую-то муху. Вижу, и маленькие есть паучки тоже, сидят на цветочках. Кое-где даже видел все равно скрытных опытника. Я вам сейчас его покажу, как он выглядит. Вот, но массовости насекомых я не вижу. Все-таки у нас посевы здесь чистенькие. Растения чистые, видите? Скрытнохоботника я не наблюдаю. Единицы мне попадались. Вот. И это надо еще постараться поискать. Что тоже говорит о том, что, в принципе, наша схема работает, защита озимого рапса.
Сейчас мы уже не влезем, потому что у нас нет возможности высококлиренсового опрыскивателя. Мы здесь не пройдем. Дронами можно летать, но опять же, ну, я думаю, что уже не вижу смысла. Пчелы летают, опыление происходит. Вот. А вот по поводу подумать на то, чтобы поработать по склеиванию озимого рапса, возможно. 2 года мы не работали, не рассматривали такую возможность. Ну, пока что еще думаем. Вот он, видите? Вот тут он сидит, допустим, скрытнохоботник. Вот он. Похож на долгоносика. Здесь их прям много на данном растении. Расплодились. Вон один, второй, третий. Вот таким вот образом. В основном это с краю. Ну ничего. Все, друзья. Всем счастливо. Оставайтесь на связи. Пишите комментарии, как вам данный короткий выпуск. И больших вам урожаев. Всем пока.